старт. Внимание! Марш! В Ямбурге состоялась легкоатлетическая эстафета. Участие в ней приняли 5 команд. 4 представляли подразделение «Газпромдобыча Ямбург», 1 из «Газпромэнерго». Каждый 4 человека. Эстафетную палочку передавали на дистанциях 800, 400, 300 и 100 метров. Все хотели оказаться победителями или как минимум войти в первую тройку, поэтому спринтеры выкладывались на полную. Лучших определил бесстрастный секундомер. Бегуны из управления по эксплуатации вахтовых поселков уложились в 4 минуты 28 секунд и 59 сотых. Им досталось 3-е место. Бронзовым призером стала команда управления автоматизации и метрологического обеспечения. Ее результат 4.17 и 65 сотых, а золото досталось газопромысловому управлению. Лучшее время эстафеты 4 минуты 8 секунд и 52 сотых. К соревнованиям мы готовились усердно, тренировались практически каждый день. Было тяжело, команда сильная, соперники серьезные. Нам повезло, что мы были во втором забеге, и мы знали своих, видели воочию наших соперников. И это нам помогло держаться за ними, а потом впредь опередить их и быть первыми.